Нам тут в подъезд соседка поселилась новая. Женщина молодая. Как-то утром часиков в 12 слышу стук-стук-стук. Стукает кто-то в дверь. Ну, думаю, что в глазок пялится, надо открывать. Человек полтора часа в дверь долбит. Открываю. Стоит эта соседка. Крупнее, чем в глазке. Все такая... В пеньюаре в женском. Я без пеньюара. В строгой одежде. Белая майка, черные трусы. И носки в крупный горох, мелкую дырку. Она меня смотрит, говорит: у меня утюг сломался. Вы не наладите? Здравствуйте. Я 3 года как с мужем развелась. А утюг у меня немецкий. Я говорю: ну ладно, утюг, что мы дурнее немцев, что ли? Ну, взял инструменты. Стакан сам пошел, он всегда в инструментах. Пришел к ней, сел на диван, делаю утюг. Телевизор не смотрю, там футбола нет, там одна эротика идет. А эта соседка на меня смотрит и говорит: какие, сосед, у вас руки сильные. Наверное, этими руками вы крепко женщин обнимаете. А я, кстати, 5 лет как с мужем развелась. И по руке гладит, так меня промеж локтя щекотно встало. И вдруг у нее от пеньюара пуговица отлетает. И все ее груди зависают у меня, как 2 арбуза над башкой. Ну, я вскочил. Ну, мужик или нет? Сорвал с него пеньюар. Нашел в инструментах иголку с ниткой. И пришил к ее пеньюару пуговицу от своих старых штанов. Она пеньюар одела, грустно говорит: так, спасибо вам, сосед, большое. На следующий день, часиков в 9 ночи, сижу, играю в домино сам с собой, выигрываю. Слышу опять стук. Открываю. Стоит опять эта соседка. Загримирована вся, как клоун. А вместо воротника лисица мертвая висит. Она ее гладит и говорит: у меня в ванной смеситель сломался. Испанский. Вы не наладите? Я говорю: наладим смеситель. Что мы, дурнее испанцев, что ли? Она говорит: тогда я сейчас там все приготовлю и вас позову. Минут через 15 зовет. Захожу я к ней в ванную, а эта соседка, знаете, ведет себя там как женщина совершенно бессовестная. Прям без одежды все свое туловище в ванной разлегла. Кругом свечки горят, свет, видимо, экономит. А по телевизору опять эротика идет. 2-я серия. Она себе воды в ванную набуровила, лепестков каких-то цветков накидала и лежит, лыбится. У нее смеситель сломан, а она лыбится. Так наша ветеринарша деревенская улыбилась, когда ей взвод солдат дали в помощники на все лето. Чего радовался, да, не знаю. Я говорю: соседки, вы меня извините, но у вас же стояк многоколенчатый и наклон лежака на слабый уклон. У вас же при спыве вся канализация забьется. Она говорит: ах, пусть все забьется. Я 7 лет как с мужем развелась. Надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо. Я говорю: конечно, знаю. Она говорит: тогда разденьтесь. Ну, я майку снял по самые трусы. Ну, жарко, ей-то валяться, мне же смеситель делать. Ну, я сижу, делаю смеситель. Она ногу свою из ванной достала и на спину мокрую мне ее взгромоздила. Я думал, может, достать, что хочет сверху. Она нет, лежит, лыбится. Ну, доделал я смеситель, а мне говорит: может, вы, мой спаситель, теперь мне спинку потрете? Я 9 лет так с мужем развелась. А мочалка у меня итальянская. Я говорю: можно и потереть, чем мы, дурнее итальянцев?
Ну, долго не тер, она от мочалки что-то кряхтеть начала, стонать, глаза закатывать. Я говорю, все, хватит нафиг, мыться, вылазь. Раскряхти. Доставай свои лепестки да лопухи. У меня какая-то манерка, знаете, взрослая женщина ведет себя как ребенок. Протрите меня, говорит, полотенцем, то у меня слабость. Здоровая лошадь сама себя вытереть не может. Ну, протер я его полотенцем. Вафельным. Да красна. А пока тер, она говорит, какие у вас руки красивые. Ты точно как ветеринарша. Главное такая, 16 раз замуж ходили. Мужики сбегали от него, как крысы с корабля. И я сбегал с ней. Невозможно было ни покурить, ни книги почитать. Ну, любила поспать, одна, видно, боялась. Ну, вернемся к соседке. Она говорит, может, вы по причине моей слабости меня на руках в спальню отнесете? Я говорю, чего? Она на руки мне прыг и лежит, как рубероид. Затаилась вся. Ну, видно, слабо я ее протер. Выскользнула одна у меня. Ну да, башкой я паркет, бас и спит. Я будил, бесполезно. Потом сама проснулась, пеньюар свое дело, говорит, ну что, может быть, мы вместе поужинаем? Я 11 лет как с мужем развелась. У меня коньяк есть французский, выпейте? Я говорю, можно я выпить, что мы дурнее французов? Ну, по одной буквально выпили, она подскочила, как блоха, и на колени мне прыг, морда наглая, и сидит. Она вообще не тяжелая, не больше сотни, но я же тоже не скамейка, правильно? Сидит, дыханием дышит на меня своим астматическим. И ногами шевелит. Ну, я на ее ноги смотрю. Ну, красивые, конечно, ноги, врать не буду. Начало ног красивые. Ну, да, шлепалки же у нее где-то размер 43-й. Особенно левая. Ну, я на глаз, без рулетки, так прикинул. Вдруг она вскочила, делает мне прием самбо и падаем мы прямо к ней в кровать. Она говорит, ну что теперь ты, мой догадливый, знаешь, что делать надо? Я 27 лет как с мужем разговариваю. Ну, конечно, знаю. У вас же под кроватью две пружины соскочили и висят. Сейчас сделаем. Она вскочила, вон отсюда, хам, негодяй, не приходи больше. Да я и сам не пойду к ней. Опасная женщина, то на колени прыгать, то смесить или делать мешай. Да ну ее в баню.